Всем добрый день. Просили, показываю, как цветет сансевьерия. Этот цветонос развился быстро. Вот еще неделю назад здесь ничего не было. Вот так он значительно подрос за неделю. Я думаю, на следующей неделе будет полный распуск, либо же мы уже не застанем цветочков, все осыпется. Но хотелось бы все-таки увидеть. Ровно через неделю я застала вот такую картину. Последовательно раскрывается каждый цветочек у сансевьерии, выглядит несколько так неряшливо. Но что особенно привлекает, это, конечно же, вот этот вот аромат, который раздается на все помещение. Цветонос небольшой, вот он по высоте сантиметров всего до 30, но очень-очень ароматный. Тут у меня посажено две сансевьерии, вот самая обычная и с золотой каймой. Вот цветет именно с золотой каймой. Я порассматривала, это вот такое цветение. Ничего видного, но ради ароматизации помещения оставляю это соцветие. Пусть доцветает и радует окружающих людей таким ароматом.